И погнали. Я уже запустил стрим. Да, что ты, вот, может, ты нам в лобби запустишь, чтобы мы могли поиграть? Ой, да и идите в жопу. Лео, спасибо. Лео, мог бы мне заплатить, короче, беконайзером, и я бы тебе на Диви дамаг подкрутил сейчас. Ох, но... Лена, Лена, ВК зайди. Сейчас, подожди, нет, не то копировать. Сейчас, мне нужно, бля, ладно. Меня пригласить, я тоже посмотреть хочу. Сейчас так, зайду. Есть этот... А, как там, боже. Сейчас я приглашу, погоди, общение. Твич. Да, я зайду. Ты где? Я на точке. Не стреляй пока, сейчас я пришла. Дождем, пока Артем зайдет. И я побрюкую пост. Ты мне скажи, с какого расстояния ты хочешь там начать сражаться? Ну давай вот с близкого расстояния, типа вот ты пришел наблизи. И давай наблизи нас. На дальних что я тебе сделаю? Меня вот луч не достанет на дальних, поэтому... Ну вот так вот, да? Ну типа да. Сейчас мне еще Вирт пишет. Хотя, блин, тут как симметры поведут, ну ладно. Да. Не веришь, что Лена поведет себя правильно, просто... Да. У меня есть предположение, как там симметрии можно правильно развести диву, но, блин... Обычно не думают симметры. Ну ладно, посмотрим. Симметр думать нет, это вообще непонятные вещи. Так, Не заучист играть, я в игре. Ну, в принципе, за 15-20 должен успеть. Сейчас чуть позже начнем. Так, киньте мне, пригласите-то. Да, сейчас я кину его, погоди. Общение. Так, пригласить. А я у тебя есть? Ну да, я тебя пригласил в свою игру, кстати. У меня нет приглашения. Странно. Может, не успел? Отмени и пригласи снова. Там, может, пока не прогрузился. Ту-ру-ту-ту-ту. Бля. В том-то прикол, а я даже приглашение отменить не могу. Невозможно пригласить игрока в группу, пока он находится в матче в режиме своя игра. Чего? Ладно, пригласить свою игру еще раз, вот, лови. А всем открываешь стрим и смотришь, серьезно. Все, я зашел. Все? Только меня закинули за... Слушай, я лишь понимаю, но позже все-таки меня в зрители запишешь. Да, запиши его зрители, типа, чё? Чё? Ой, рука чешет. Сейчас показать лобби. Потому что 200 метров точно разберут. Нет, ты не будешь. Все, готов? Ну, да. Артём. Лево именно. Нажимаешь на F1, на F2 и находишь. Ага, нашел. Вижу. Ну, лучше смотри сразу за лево, чтобы ты видел, как вообще работает... Дива. Смотришь за Лео? Артём? Да. Да. Все, погнали, пидор. Вот, видишь, изи. Тирана щит использовал. Зачем? Окей. Это щит... Иди давай ко мне. Иди ко мне, ублюдок. Лена, теперь поставь тихаря где-нибудь щит себе. Шилдген, да? А, хитро придумано. И турельки вокруг. Лена, я буду для тебя инфу палить. Это ой. Не то. У них есть телепорт. Что делать, а? Ну, я дам тебе шанс передумать, потому что ты сейчас проиграла. Турнир в самом разгаре. Да. Даже ракеты не использовал. Да, вообще на изящнее вот убивает. Ага, теперь Лео, давай, делай хитро. Меку дропа ей под ТП. А как должна вот идти, вот как должна хитро работать симметра? А, там что-то типа нужно отбегать и постоянно стрейфить. Это делать? Не-не-не, отбегать и постоянно стрейфить. У тебя штука очень длинная. Стрейфить. То есть, вот влево-право. Ты подбегаешь, то есть, ты зацепляешь и бежишь назад. У тебя штука очень длинная. Да, блядь, куда же длиннее? Но, к сожалению, у Дивы есть такая штука. Потерял. Я почти ушла вниз. Как? Хедшот. Я только на лестницу... ложусь так, прям прилегла так на лестницу. Лео, взрывай её телепорт просто. Ну блин, я же не знаю, где он.
Я тебе дам подсказку. Ты в пропасть. ТП в пропасть. Тихо, 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 так не модно. Точно, точно. Промазал? Блин. А кинул бы в Мекку в пропасть, короче, и в Мекку в пропасть, и, блядь. Телепорт в пропасть. И вообще в пропасть. Блядь. Ну сейчас ты успел уйти. А, в пропасть. Вот куда я успел уйти. Да. О, Лен, нас уже 4 человека смотрят. Вау. Почему 4? 6? 5, пока у меня 5. Да, блядь, с тобой нихуя не делаю. Тут еще внутри два. А я не знаю, что он там планировал. Типа это очень я не знаю, такой. Да, типа вот танк на изи бьет. Симметрию. Короче, как симметрии нужно побеждать? Во-первых, я пролетаю мимо. Нет, ну так ты меня тоже не убьешь. Ты уже пробовал щит вижу. Да блять. Зачем ты зарю взяла? Просто. Так, короче, как смотри. Как выиграть? Дива прилетает на шифте, как это обычно и бывает. Шифта у нее нет. А можно я попробую на Макри против Лео? Да мне интересно, отъебист от меня. Ладно, попробуй. Смотри. Ну, бля, погоди. Ты прилетаешь на шифте ко мне. Ну да, я уже без шифта. И вот давай, без шифта мне будет сложнее. То есть я тебя не заметил, вот давай, нажимай, жечь. Все, вот теперь вот. Щит кидай, молодец. Давай. Ну все равно очень тяжело, но я стена, по-моему, больше, чем ранее. Да, ты если бы не прыгала, это было очень, очень тяжело. Не, если бы ты не прыгала, мне было бы намного сложнее. Прыгать, ну, блин, я бы прыгаю. Прыгать нельзя. Типа, прыгать надо против тех, кто стреляет типа, тебе снарядами. А ты чем стреляешь? Я его слышу. А ты куча говном стреляешь, точно, куча говна. Блин, я сейчас конкретно просрался. Ну не важно. Ну, что? А, на этом мой эйм закончился. Воу, глядя-ка, золото убило 4К. Я отпраздную это самым лучшим мувом. Он прыгнул в пропасть? Во, у меня кое-что есть по этому поводу. Аплодисменты. Да? Егору. Да. Ну видишь, не зря я мейн Макри. Ну, это мой второй акт. Да я в тебя не стреляю, ублюдок, чё ты мне... Тебя битва с Егором, всё, фас. О, Егор, как хп? Нормально, но я ему снес побольше, чем ты. Чё ты приуныл? Сука, обидно вообще-то. Мне хилок не хватает, что это за карта такая? Ща. Смотри, какие мувы надо делать. Ну. Ща. Где ты, Лео? Я использую ульту для перезарядки. Эх, Лена, Лена. Лена лох. Да. Я над телом. Лена лох. Артём, где твои? Приехал Триликс? Да, он поднимается. Отлично. Всё, давай, запускаем гусей. Давай, точнее... Работяк. Да, давай, это, лобби делать. Так я уже сделал лобби. Приглашать всяких там... А, ну я просто назад в лобби сделаю, всё. Ну да. И потом делаем вот так... Оп. Ну, нет, а тебя исключить, да? Кого? Меня? Нет, тебя-то... Я сама уйду. Я синюю. Сама уйду, ага, блин, я хотел Лену исключить. Мне не там было неплохо. Она мне ставит меня обратно. Можно я наблюдателем побуду у вас? Поэтому больше не говорите, что какая-то симметра контрит Диву, но подожди. Никак. Там могли? На 2900 контрит там... не надо. А там ничего, да? Что? Не, ну между прочим, для 2К помойного Макри я сыграл чуть лучше, чем херово.
Не, ну ты молодец, ты смог в два раза выстрелить. Если, правда, не прыгал, то, ну ладно, это уже другое. О. Привычка прыгать у меня остается всегда. Кто еще пришел? Speedman Rus. А чего пришли? Еще и Соня пришла, здорово. Ой, еще. Тут а какой-то палево лево убегаем. Не, ребят, тут вот Тоталити в другом месте, ребят. Да, вы ошиблись. Алло. Так, алло, алло. Надо Княмов приглашать. Ага. Никак... Я не знаю, кто у них. А у нерфов. Я... У нерфов Бобер. Так, бобр. Я из этого. Кням знаю только Бобби. Бобби. Ой. А, да, Айхенвальд сейчас как раз first map. Да. Ну все. Я ни за кого. Хотя бы. Да, а ты за кого? Давай. Не, я, конечно же, буду топить за Бобби и Шамана. Они в разных тимах, но они такие, погоди, знаешь. Погоди, Бобби, он же стримит. Его вроде не взяли. Бобби сегодня, наконец-то он получил слот в Княмах. Класс. Ну, это как слот в киберспортивных играх. Точнее, в киберспорт-командах. Хоть где-то киберспорт, знаешь. Да. Бобби пробился, наконец-то. Хотя бы кто-то его взял. Мне кажется, это была их роковая ошибка. Не, у Кням вроде бы рейтинг должен быть выше, вроде как играть они должны сильнее, но там есть Шаман. Шаман сдает такие, знаешь, помойные шатеры. Вот как бы, как можно победить РХ, который сдает помойные шатеры? Просто как... Ты завис? Нет, я не завис. Я молчу. Ну, сегодня тебе придется говорить. Давай ты будешь говорить. Я не умею разговаривать, я лучше чатик открою, чтобы не смотреть на катку, чтобы комментировать именно чат. Чат интересен. Так. А ты хорош. Сразу гуся запустил? Ну да. Ну, пока всякие там гусей-разведчиков пускают, я решил перейти к действию. Ну, гусь-работяга, это значит, что это мы. Ребята потихоньку собираются, непонятно кто где, они вот... Знаешь, вот раньше команды... Они хотя бы выбирали один значок, было понятно. Ну, вообще-то где. Мы так же делаем. Так что... Вот я что и говорю, а эти... Ну, хрен поймешь, сейчас я зайду, позыркаю, кто где. Все, теперь его можно херососить. О, смотрите, смотри, чатик уже... Уже Верта вижу, уже Соню вижу, уже Лену вижу, Лиса вижу, правда, Лис пишет. Лиса, блин. Неграмотная ты чмо. Я чё, на технаря поступал, чтобы правильно разговаривать? Слышь, а может этот? Запустим Blizzard World? Ты шо, ёбнутый? Не, ну это будет неожиданно, согласись. Так, Шаман, он же в нерфах, да? Кто Шаман там? В нервах. Ща. Так, самоомлет, а решил проявить, так это сказать, интеллект, блеснуть сообразительность. Как сложно-то, а? Да, он Реликс, добавил Реликс, Кальмар, Кверти, Панчо, Сникерс. А. Вернись в утро. О, смотри, он продолжает панч. Нерв красный. Нервы. Ты там что делаешь? Команды тасую. Ну ты, блин, этот... Ты точно никогда наперсточником не подрабатывал? Нет. А то кажется, что вот чуть-чуть уже есть. Там. Слышишь? А 3 на 6 это круто. Да.
Может, для баланса я буду там, а? Нет. Кто в княвах плюс в чат? Так, ребят, слышали его? Кто в княвах плюс в чат? Кто не в княмах, плюс в чат. Щиты за бомбе. Давай. Сейчас я... Опа, шаман этот вносит непонятки, он делает плюс в чатик. Хотя он в княмах. Ой, в нерфах, сука. Сейчас нафига щиты на ноль поставлю. О, а зачем ему щиты, подожди. Не, ну вот это уже агрессивно. Просто если вспомнить, как он играл на Лунаре и прочем, то он же реально просто шутовал в шестерых. Ивер, шаман. Изейше. Ну стоп, погоди, Not Fear он... Да, в нерфах все. Класс. Так, я умер и воскрес. Что-нибудь изменилось в кабинете? Нет. Президент все так же Путин. В смысле? Я думал, это сыр. Бум, шутка отлева. Ты должен был засмеяться. Прости, я не слышал твою шутку. Она показалась мне скучной. Слышь, там 6 человек с обеих сторон. Вот это уже неожиданно. Это уже похоже на начало катки. Так. Ты хочешь спросить у них, пацаны, аниме? Возможно, да? Надеюсь, катка будет жаркая. Ну, я, типа, конечно, все же надеюсь на 2-0 за Nervzis, но... Только... На самом деле, я болею за бомби. Или шамана. Кого-то из этих двоих. Ну, все на своих местах, поэтому... Че, запускаем гуся? Я спросил Рэди, и мы стартанули, а? Ой, да ладно. Все нормально, все Рэди, чувак. Ну и хорошо. Так, ну... Ой, шаман запел. Ну, неправильно запел, все. Надо написать, потому что сначала взгляни вокруг, а глянись назад, да. Духи с тобою связаться хотят. Мир не такой, как им кажется он. Чудесами каждый окружен. Не все вокруг подвластны глазам. Сделать свой выбор должен ты сам. Встреть свою судьбу, а быть шаманом. Королем. А всех шаманов. Королем. Если дух твой силен. Шаманом королем. Боже, блядь. Музыкальная группа 2D генерата, да. Я бы себя зарепотил за свое пение. Смотри, итак, сейчас со стрима человек 500 убежит, и стрим зарепортит, забанят. Ну, сначала надо накрутить ботов тут. Итак, в принципе, у команды Забороны, это ж княмы, довольно стандартный сетапчик с Арисой и Дивой. Бомби на своем джанкрете, реликс на трейсе, в принципе, все так нормально. Правда, я бы, конечно, взял 3 танка, я же отбитый на голову. Вот шаман примерно того же мнения, ну, то есть он такой, 3 танка я сказал, и взял такой, шаман взял шамана, Викторио взял Диву, ну, играть он, конечно, не умеет, как и Маркалмар, ух, кальмар, да, а Айдену взял Хога.
Собственно, смотрим. Если Реликс сможет убивать бомби... Ой, Реликс сможет убивать бобра, то все будет хорошо. Если сможет, все будет плохо. Поехал спам. Сейчас будут долго стараться пройти. Но 4-то пробиваются. Давай комментируй, мразь. Нет. Окей, хук в никуда. Стараются что-то делать. Просто пока что перестреливаются. По идее, команде, у которой больше танков, должны просто выходить. О, хукают Диву. Ничего ей не делают. Бомби убивает тем временем Мойру. Надо отходить, потому что ничего не сделают. Умирает второй саппорт. Очень плохая ситуация, но хукается Дива. Ей опять же пофиг. Бобра убивают. Все. Всех убили, только же шаман забрал Реликс со своим шифтом. Ой. Ешка это вроде, да. Пытаются они регрупнуть, надо было быстрее это делать, все-таки без Мойра они ничего сделать не смогут, так как это единственная возможность зайти. И нужно им как-то поагрессивнее действовать, не ждать пика, потому что у них сетап такой, который должен выдавливать противника, а не перестреливать. Викторио там суицидится, Квертикс убивает Айвенуса, и все плохо. Смотри, Трейсер оббегает, где-то сзади будет пытаться что-то сделать, у нее есть ультимейт. Просто обрати внимание. Но выход не удался. Сейчас наконец-то регруппнулись, идут. Бомби без проблем застреливает. В него кто-то полетел. Шамана уже убили. Полетели боссы. Никого за эти боссы не успели убить. Сдается нерф от одной команды. Ну и, собственно, просто нерф-зис разбирают без проблем. Ой, княмы, княмы. Какой нерф-зис? Что, перестреливаются? Нужно входить агрессивнее. Или брать четвертого танка и ходить еще агрессивнее. Пикают они Дзену для того, чтобы как раз таки агрессивнее убивать, но Никард забирает как-то Мойру. Все-таки шаман плохо держит свой щит, раз через него пробивает. А Айденус никого не может выцепить, потому что здесь стоит щит из сраной Арисы. Ну и все. Ребятам срочно нужно что-то делать. А Трейс тем временем уже ждет. Гениальные шифты от шамана. Шаттер в никуда. Шаман. Колесо бобра. Колесо никого не убивает. Его взрывает бомбе. Дает транквилы, но это уже какой-то со страху прям. То, что они без транквил справлялись. Какой-то излишний мув, да. Ну, тим хил. Почему нет? Счет, я думаю, здесь будет 2-0. Пока что слишком агрессивно. Слишком просто это все. Может, что ли, не знаю, бобру скилл подкрутить в настройках лобби. О, шаман свапнулся. Но полетело колесо, сейчас будет минус... Ну, минус 2, можно сказать, конечно. Ресается. Еще убивает... жирдяй. Об себя мерку. Так сказать, натянул ее на бомбу Трейсер. Викторио пытается найти себе новую меку. У него это почти удалось. Вот сейчас как раз таки сел мне. Сдается нерф. Никого он не забирает. Но ребята слишком далеко держатся. Еще один нерф. Никого не забирает. Пытается входить, но нужен контест. Дойдут ли они до контеста? Шаман умирает. Дива летит, пытается до контеста как-то пройти. И они успевают заходить на контест. Очень мало возможностей у них сейчас осталось. Пытается Дива контестить, но это тут же убивает. Слишком много ультимейтов. Хок, конечно, пока еще чуть-чуть времени поддержит, но он тут же взрывается и... Ну... Перфект. Шаман, конечно, пытается, опять же, но... Тут же Надфир успевает резнуть Диву. Дается транквилы. Не успевает Дива залететь в Мекку. Бивер продолжает карусель контеста, но он тут же умирает. О, чисто. Ну что, давай, сколько ты поставишь на то, что смогут все-таки нерфы взять, ну, задефать также точку? Ну, не знаю. Корову ставишь? Нет. А две коровы? Нет. А пол коровы?
Не, не хочу. Могу цыпленка поставить. Мертвого. А как давно он умер? Ну, где-то лет 50 назад. Не, ну... Ну, это слишком. Такое я не приму. Прости. Твое право. Чатик умер. Гусей забрали. Ну, я все из-за тебя, Лео, потому что ты комментируешь хуёво. Ну, блин, я хотя бы комментирую, верно? Ну, а я не комментирую, потому что я стример. Мое дело это камерой махать. А твое дело ртом работать. Слышишь, там вообще-то этого курсора нет, так что бунт. Бунтуй. Чувствуешь этот дух борьбы? Ну да, говнецом запахло. Во-во-во, я еще тебе сейчас уточек принесу и буду на них что-то показывать. Ага. Референсы. Да я понял, что ты растлитель резиновых фигурок. Точнее, вообще всего, что может быть сделано из резины. О, так. Интересно пошло. Всякое интереснее, чем... Кстати, Бомби берет трейсер. Я надеялся от него увидеть все-таки сейчас фару, и так, и типа он такой, ха-ха! Но нет. Шаман пикнул Диву. Так, подожди, мне нужно потратить время, чтобы зарепортить шамана, пожаловаться. Нежелание играть в команде. Все. Я, конечно, знаю, что стопудняк шаман лучше тебя отыграет. Ну, ща увидим. Если он выиграет, то я там типа перестану мейнить Диву в этом сезоне. Шаман, ты слышал, но... выигрывай. Но шамана уже выбили из меки. Он пытается пвпшиться с трейсер, но трейсер сильнее, чем он. Бомби показал, кто здесь настоящий шамен. Релик забирает двоих шифтом. Айден нас пытается потянуть время, но что такое Хок против шестерыл? Ну и здесь же 3.15. Все-таки останусь я на Диве играть. Слишком просто. Play of the game. Surrender to my will. А что чатик думает об этой карте, о плее? Чатик думает, что он сдох. И косплеит это. Да. Типа, мы все мертвы. Изнутри и снаружи. Ну, Бомби решили чисто по фану залойсать. Ну, давайте это, типа, уже следующую карту поставить, что у нас ну, лунная поставлю, колония поставлю. Горизонт. Да знаю я. Ну, кто тебя знает? Я, например, не знаю. Я так... Говорю, что случайные карты, они совпадают почему-то. С тем, что мы будем играть. Пророк. Ни меньше, ни больше. Какой перерыв? Не, ну вдруг там шаман что-нибудь сделать надо, не знаю. Не, максимум бомбе Аллаху сейчас... помолиться. Сейчас бомбе пойдет такой. Мне нужно перекур. Да, вот, кстати. Что? Сразу, тихо, ты чё? Я палю. Ну видишь, я прав. Ну, как понять, ты прав? Ну, я знаю, понять, я прав. Облупленного просто. Ты понимаешь, он каждую верт написал, что чатик думает, что я пин. Чатик одумался. Блять. Ладно, это годно. Тут я соглашусь с чатом на весь 1%. Остальные 99 за Грудинина? Да. Ну, кандидат от народа. Я никогда овер не стримил, да? И не стримил бы. Нахера я лень сказал про то, что я стримить могу. Как говорится, do you scatter or do you flutter?
Да он, блять, отсылок не понимает. Тьфу на тебя, тьфу. А. Если ты не знаешь Скрет Орду, Фурлёр Орду, то ты мусор. Я знаю только то, что Альянс сосать. Ну, остальное, да. Остальное это не мое. Ну так смотри, типа, PewDiePie знаешь? Нет, конечно, я чуть педер. А, ну все, значит, мусор. Ты, конечно же, мусор. То есть, я думал, это в обратную сторону работает. Нет. Типа, мир был бы лучше, если бы ты не знал PewDiePie. Нет. Мир был бы хуже без PewDiePie. У него самый лучший мерч. Если бы его вражку поставляли, я бы его себе заказал. А так, Heroes 2. Такой мерч вражку никогда, блядь, не доставит. Не, правильно говорить, не Анпасу. Или Heroes Lubricant. Хорус Луперкаль, вообще-то, да, он обоснул кусок. Херус Луприкант, все нормально. Блин, у Бомби там решил, кажется, скурить целых две. Ему очень понравилась эта катка. А то, как его залайкали, не, ну после такого, это как-то... Надо было раньше выходить. Я, между прочим, для тебя охеренную музыку на стриме подрубил, а ты ее не оценил. А я просто не слушаю стрим. Такая охеренная музыка, послушай. Ого, аниме. Это охеренный веб-вейв. Веб-вейв это наше все. Особенно виабушный. О, потные катки, когда играет Анна. Знаешь из-за кого? Там очень такой, знаешь, любящий подышать Хок есть. Уан, он мне очень нравится как игрок. Ну, я слышал, да, парень неплохо так играет на Хоге для золота. Да, я знаю, что он на Лидиан у него особая тактика. И он ее придерживается. Короче, знаешь, обычно ты стреляешь от противника, да? А он, короче, на вот там, где шпиль, да? Он просто по кругу бегает и дышит по КД. Не, ну говорят, это очень такая хорошая тактика выживания. Как бы твоя тьма всех убьет, а ты просто как препятствие для противника. Они по твоей тьме попасть не могут, потому что ты как идиот бегаешь вокруг шпиля. И они такие, ну твою мать, вот я не могу попасть, нужно Хога убить. А Хог ехидно бегает, пердит и дышит. Собственно, да. И вот думаю, я до сих пор удивляюсь, почему этой тактики нет на всяких ОВЛ-ах и прочем. То есть... Ну, это же реально. Ну, на ОВЛ-ах, скорее всего, просто и дегенерат какие-нибудь играют. Согласен. Вот честно, вот этот Хок из золота, вот он просек как игру, он прочитал. Главное, чтобы Каплан об этом не узнал. А может, песенки предлагают спеть в чатике? Чё, бутырку? Рубать хозяйские харчи, давай. Или мы что-нибудь популярнее споем, а? Может, дес Дикамори дес? Как ты считаешь? Не. О, Федю можно комментатором забрать. Чё? А, он ушел просто или что? Типа такой, изи? Это, что это произошло, а? А, он просто ушел, да? Походу. Чёрт, у меня половина моего виабушного плейлиста забанила. Это обидно. Ну-ка, чё у нас за трек? О, вот. Давай Федю комментатором. Хули, пусть он с нами покомментирует. Вот, да. Ща, погоди.
Тихо. Я зайду к нему и скажу ему. Подожди. О, привет. Всё, излейшая. Привет, бомбе. Всем как покаталась твоя первая всем катка всё-таки? Ой, да, ну так, не знаю, побил шамана, побил всех остальных. Там. Было сложно, ты старался, мы знаем, как ты аутировал на этом. Не, ну я хотел что-нибудь красивое сделать, но как-то там... Но как-то получилось, типа, зафиксироваться лицом в одну точку и зажать ЛКМ, да? Нет, вы что, следили за мной? Я не следил, я чувствовал, знаешь, вот этот вот такой, типа, ща, ребят, я дам им небольшую фору, смотрите, просто в одну точку. Да я просто, нет, серьезно, я думал над тем, на ком бы поиграть, чтобы это было интересно. Был вариант между Джанкратом и мы, но я как-то, типа, ну вот ладно, пусть будет Джанкрат. Ну, блин, это была бы замечательная игра. Да, да, я вот думал, что если сейчас будет вторая катка, то я по-любому на мы поиграю. Ну что ж, господа, стартуем каточку. Но мне кажется... Втроем комментировать? Ну, конечно, просто как бы Егор молчит, и мне остается быть здесь одному. А так он, знаешь, типа, нас три, но нас два. А, на понятно. Самом деле нас три, но один. Это в общем... ты. Да. Бомби, давай я тоже типа буду делать вид, что я не понимаю, зачем я здесь нужен. А, то есть вы хотите, чтобы я в соло комментировал, ну, и приставочки? Как всегда, ну, Бомби. Знаешь, ой, мне кажется, именно поэтому тебя и княмы такие сказали, типа, ну ты слабое звено. Да, они мне серьезно сказали, типа, Бомби, иди вали комментировать. Я такой, да в смысле, там уже комментаторы есть. Зачем я буду еще комментировать третьим? Ну они типа сказали, слишком сложно с тобой играть. Да, поэтому, видимо, меня никто не взял на замену, кроме кням, на одну игру. Ну, они просто не знали твой истинный рейтинг, да. Да я, на самом деле, они тебя взяли взамен, потому что того 1.7 качелек уже не было. В этом дело. Да-да-да. Ну, блин, Бомби, ну согласись, ну кто может быть, кто лучше, ты или один и качелек? Один ИК, даже без семерки он лучше, чем я. Один ИК, да. Конечно же, конечно, он лучше, вот чем плюс я. Плюс стримить — это то, что я замечаю маленькие детали на карте. Например, следы афроамериканцев на первой точке. Да-да-да. Это, если что, походил наш Реликс, который играет в Думфисте. После него остаются на этой карте такие следы. Блин, если честно, к нему мы что-то почувствовали, что они овер-овер-павер сильные. Намного сильнее, чем нерфы, поэтому взяли очень странные пики, типа того же Ханза, взяли Думфиста, не знаю, умеет ли Реликс играть на нем, но может покажет что-нибудь красивое. Сейчас мы все увидим, вот, честно, там Шаман взял своего дурака. Да, по сути, нерфы будут играть тем же трипл танком с добором Джанкрата им, и надо зайти на точку всем вместе, не потерять никого, найти все-таки пик, и все будет в порядке. Реликс сделал пик, Сникерсник сделал второй, Квиртекс сделал третий, все. Ребята на регрупп. Да, это плохо. Они еще тянут время, и это будет только им в минус. Если сейчас еще поддержат Диву, будет вообще замечательно. Не а думаю, Дива что... и сама себя держит. Типа, да. Она вот ее убивает. Но это было просто изи. Реликс просто рискует, как не знаю кто, но цепануть его нечем, потому что, ну нет, ни станов, ни контроля какого-то. И я бы сейчас немножко бы изменил, наверное, пик для нерфов. То есть взял какого-нибудь... Сникерсни ловит с Каттером тем временем над Фирой, и придется еще... перегруппаться, а Реликс уже будет ультимейт. Даются драконы, отрезали шамана и бобра. Это шаман думает, что это он всех отрезал и пошел драться сразу же с Ханзо. Реликс залетает в бэклайн, находит Мойру, убивает Мойру, это очень здорово, и сейчас один на один выходит Джанкратом. Джанкрату очень сложно. Он должен, по сути, убивать этого Думфиста, потому что, ну, на мой взгляд, если Думфист не реализует свои способности Джанкрата, Джанкрат сильнее. В этой ну да, достаточно просто капкан поставить на пути. А все. Ты смотри, Сникерсни просто всех убивает. То есть ты зря говорил про рофла пик Ханзо. Он же просто берет и такой, типа, вы все мертвы. Ну, ух ты, он блин. Убивает бобра ультой, типа, ну, что это такое? Я бы не сказал, что типа Ханза это не рофла пик. Понятно, что Сникерс не умеет играть на Ханза, но есть персонажи, на которых он исполнит намного сильнее. Видимо, он решил, может быть, немного пожалеть нерфов. Но только его жалость как-то не очень активно замечается. Потому что все-таки фраги с катером и даже без катера он находит.
Что ж, горит только он один в своей команде. Релик сразу заваливается в бэклайн. Очень хороший. По трём попал способностью, которую я не знаю. Меркельмар заваливает мехой двоих. Что ж, Эйденус вышел на точку единственной своей команды. Включил турбосвинство, почти забрал не карту, но погибает здесь. Панчу подрубает кавалесенсию, чтобы просто включить кавалесенсию. Ирекс убивает Добидиву и Тачи сейчас остался один из этой первой атаки. Ждет и группа от остальных своих тиммейтов. Очень тяжело. Кстати, хочу заметить, что Никар довольно хорошо раскидывает свои способности. То есть, может быть, как по хилу или стрельбе он не так хорошо играет, но, блин, он еще не промазал ни одним слипом и закидывает, ну, просто очень хорошие банки. Это один из хороших способов остановить, кстати, квадротанк. Просто реализовать банку по двоим, трем, четырем. Кстати, а почему они не идут сейчас вниз? Они должны поймать Реликса, очень они хороший. Они поймали Реликса и сейчас должны через низ заходить к ним, потому что здесь Мойрин Хилл зайдет просто идеально. Сейчас у них просто... есть 5 ультимейтов, пошли басы под басами, будут пытаться атаковать. Залетает Коалесценция, Меха, Колесо, Меркельмар под нано-бустом убивает того самого Вивера, который запускал Колесо, но точка постепенно вычищает. Сникерсни сейчас запустил дракона прямо на точку, Кальмар сражается на ней, и Эйденус получает очень много урона, и Тачи его захиливает, и Гравитон с той же самой Мехой, это очень... очень противно наваливается. Не знаю, куда-то там реализовал шаман, но непонятно куда. Да. И даже первый тик, к сожалению, не достанется команде New York Dis. Они очень много вложили в эту атаку, и на какой-то момент мне показалось, что они смогут ее взять. Ну и не хотят. Сникерсни сделал пик сначала бобра, потом сделал ультой пик Натфира. И как бы знаешь, он уже двоих распилил, и непонятно, что делать. Осталось ставлю почти... гримну на Meteor Strike под конец. Да, скорее всего, он и будет. Что ж, Реликс находит и тач свои абсолютно обычные комбинации, вырубает на своим пальчем. Но уже умерло 4 человека. Вырубает всех и все похоже. На этом закончится. Ну и где твой Meteor Strike? А, вот он. Ха. Красиво приземлился. Выкинул всех с точки. Сказал, даже трупы лежать на ней не будут. А у нас сегодня только одна игра, насколько я понял. Да? А это точная игра? Ну... да. Как хорошо, что мы не сетки с княмами. Ой, да. А то одному знаменитому Хогу пришлось бы не только бегать, банки жрать, но еще и что-то делать. На самом деле, после того, как я поиграл с княмами, теперь я бы очень хотел поиграть против кням. Я бы хотел поиграть против кням, я бы хотел поиграть против ноухома. И немножечко так может быть, если получится обоссать своих любимых тиммейтов. Но... ты что, на Мойре хотел поиграть? Может быть, может быть. Не, но если хочешь, если хочешь, если договоришься с княмами, можем устроить ноухома против кням с тобой. С тобой еще один матч. Одну карту я буду играть за княмов, одну карту против за ноухома, да, получается? Ну, если хочешь, ну, типа, вместо меня как раз. Если слабое звено удалим. Ну, тогда да, вы выиграете. Тебя от Лео легко заменить на любого человека, у которого есть скилл. Да, к сожалению. Да. Но не так много лоликончиков, к сожалению, у нас в турнире, поэтому как Лео не заменит. Много. Да. Так. Ты, по-моему, чего-то не знаешь. Опа! Итачи не выдержал давления. Так, пока ставим паузу. Я не думаю, что это все так. Если честно, может быть... нерфы могут задефать первую точку? Может могут. Быть. Не, могут. У них очень тяжелый сетап, и если вот сейчас реально останется это Мэй, то... нет, до Техлуза еще 15 минут. Ну вот смотри, Ерелик сейчас сидит на Сомбре, если он на этой Сомбре останется, то Сомбре неплохо вскрывает тот же самый квадротанк. То есть даже если у них есть Мойра, скорее всего, Итачи будет играть на Мойре. За неимением коалесенции, волшебных шариков и прочих. Хотя это все. А, еще Дэш. Дэш Мойры. Мойра становится очень уязвимым и менее полезным в качестве суппорта. Ну персонажа. Да ладно, у нее охренительный хил просто перекрывает это все. Вот думаю, пока Люська бы я заменил. Вот Люська бы я, кстати, заменил, потому что Люсек. Ну, Люсек хороший квадратанк, я не спорю, но. Но не обязательно в дефе он должен присутствовать. Да, 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 да. И вот тут вот как раз вот пригодилось бы что-то другое. Они, конечно, не знают о том, что там есть Сомбра, но Сомбра сейчас слишком сильно бьет по Люсику. Она просто его полностью выключает.
Я думаю, что могут они и узнать о том, что есть Сомбра, потому что у нас пауза, и просто им снайпить все это довольно просто. О, нет, стрим снайп. Да. Может, ты даже ворвешься к ним в чатик и скажешь: «Ребята, они пикнули Сомбру!» И уйдешь на Сомбра. Не, сейчас меня возьмут замену и вместо Панчу... Ой, вместо этой тачи. Не смогут, там уже есть шампан. Да-да-да. Но, да, я бы на самом деле поменял бы сейчас Люсю, и лучшим вариантом будет... Это очень скилловая Анна. Если есть скилловая Анна, она может столько импакта засовывать. А вот я, кстати, не очень уверен, что... Не, Анна, конечно, очень хороший выбор сейчас будет, конечно. Да. Вместо Люсю, да. Но я не знаю, может... Блин, на самом деле у Княн такой странный сетап, что довольно тяжело придумать, что это. На самом деле, вот какой сейчас саппорт антидайва? Ну, я Бригитту взял, вот сейчас. Только ее нету. Ну, какая разница? Это, знаешь, это как шансов на победу сейчас. Можно быстренько пересесть на ПТР-сервер. Да-да-да, давайте сейчас сменим на ПТР, доиграем. Да, было бы неплохо. Потому что, ну согласись, но Бригитта вот здесь бы идеально зашла. Ну, может быть, но в то же время... Подожди, кстати, мне интересно, а ульта Сомбры ведь снимает только синие щиты, получается, так? Именно, броненый не снимает. Поэтому если Бригитта прожимает свою кнопку раньше, чем Сомбра дает хак, то это дает какое-то время на выживаемость своей команде. И, принципе, и не забывай о том, что пассивный если она дает это до файта, да? Да. То у ребят уже 150 хп, и продолжать драться под Бригиттой, ну это типа, знаешь, такое неприятное. Да, там, ну, как бы, если включить прям супер-пупер Mind Games, то можно забайтить Бригитту и МП, она прожимает свою кнопку, все быстренько отходят назад. Ну, конечно. И дерись с ребятами, у которых плюс 150 брони. Ты чатик-то чекай. Чатик. Ну, именно игровую. Я вижу. Чего там? МБ. Антидопинговый контроль. Это ты пытаешься меня засунуть к нерфам? Ну, это мое предложение. Реликса к нерфам, а бомбик к няму. А нельзя, кстати. Там делать... Проблема-то не в реликсе. Насколько я понял, сникерсни не БМТСУ-совский, не баумановский, поэтому я как бы могу заменять только его. Вот кого заменили на тебя. Точнее, да. Кого пытались заменить тобой, но потом поняли, что Ханзо все-таки. Не, ну мне чего у Лены спросить на всякий случай, может, тебя вместо этого Итачи. А ну... ты не можешь, ты уже в какой-то команде. Тут же так. Да, я про Бомби, он же вообще не в команде. А Бомби, а там шаман уже есть. А не больше одного легионера. Ну, что такое? Не, ну да, гипотетически я могу присоединиться и заруить им катку еще больше. Ну, я же говорю, ты уже в команде какой-то. Да. Я, правда, не знаю, числюсь ли я еще за чувак, какой-то в какой-то команде? В какой-то? Ну, там, этот, сладких жопок, вот так скажу. Сладких жопок. Другое дело. Ну, да. Ну. Если что, наш Хорус Луприкант... Сука, Хорус Луперкаль! Ну... Херос Луперкаль, он у нас... Ну хотя бы Егорус Лубрикант. Сука, не коверка имя, уебастер. А стрим вообще, кстати, есть? Почему-то у меня на телефончике не показывает. А, у меня он тоже лагает, но у меня типа все заебись. А ты не убрал плистен? Да, ты убрал плистен бай, а? Нет. А, ты поставил ее на... Типа твоя паузочка, типа. А ты засек время, когда... 15 минут было. Так, это было на начале ретро-футуристик Tokyo Loft Hotel, которая длится 2.45. И сейчас играет аниме от Star Printer, которая длится 2.50, уже подходит к концу. Итого прошло, считай, 5 минут. Мне нравится, как ты сейчас заспойлерил название. Удачи! Матчу. Я только сейчас подсоединился к чатику, так что если кто-то хочет сказать мне что-то приятное или неприятное, то я все это увижу и скажу вам. Спасибо.
Сейчас, подожди. Ой. Как приятно, как приятно. Я, кстати, до сих пор и не понял, на прошлом стриме кто-то мне передавал привет. Ну да, я. Нет, ну кто-то не с этого аккаунта, и даже не с хентай стримера, то есть, блин, я не помню, что это был за никнейм, но я действительно не знаю, кто это, поэтому мне до сих пор немножко стыдно. Может быть. Я передал тебе привет через тебя и через Панаму. Ну что ж, начинается у нас экшен. Реликс, как и предполагалось, останется. Будут играть вообще в 3 ДПС команды Княмы с двумя суппортами. То есть только Марклемар останется на Диве, вот. На своем офтанке. И это... Да-да-да. Вот. Кстати, очень сомнительно здесь получается пик Ариса, потому что, ну, они будут слишком быстро вылетать и пройдутся по щиты, и все. Ну, да, пожалуй. Да, в принципе, сейчас они будут играть от того, что Реликс постарается как можно быстрее набить свой ультимейт. Могут нападать они и раньше, потому что Сомбру поменяли, и она сейчас не так быстро. Сейчас же Сникерсни уже залетает в стан оппонентов, пытается найти какой-то фраг. Реликс, но Шаман убивает Сникерсни. Сламывает Диву. Как и Диву, да. Бивер Реликс убивает. Викарио летит в колесо. Все. Бум! Минус 3. Ну, минус 2 и потом. Хорошее колесо от Никарда, говорят, парень. Это не забирается. Остается Апаганда Лас Люсис и все. Остается один бобр, которого тут же... Бепеллос. Видели, как Никард играет на Джанкрате? Это он у меня посмотрел. А он тоже, типа, посмотрел в эту точку и зажал? Да. А он хорош. Да, я знаю. Это мейн стратегия. Это было очень сложное. 2-0. Как я понял, что вот Шаман не тащит. Систер Фистер MVP. Смотри, как он здесь просто сделал. Раз, два, Шаман, три. Я знаю, что в принципе... 2-2-8, все куплено, ребят. Две способности Думфиста можно называть как апперкот и этот, и просто заряженный удар. А то, что вот он приземляется с волнами по земле, как этот прием называется? Как это? прием. Афроамериканский удар защиты? Это комбо, оно как называется? Притянуть к себе пидораса. Или это... прощай Дзиньята. Дестер хватит мейнить Дзена, вот так это еще называется. А, вот оно что. Да. Ну что, будем кого-нибудь звать, или они сейчас... Да, я хочу с Шаманом поговорить. Тебе хочется посмеяться ему в лицо? Нет, я хочу сказать, почему так просто, Шам? Шам, ты должен быть лучше. Но он тебе скажет, я лучше, чем кто-либо ни был. Я просто не играл. Ну что, господа, перекатываемся в интервью. Именно. Ну да, го-го-го. Ха, я был первый. Ну, какой ты быстрый. Скорострел. Да. Макримейнер, самая дикая рука на Быстром Западе. Какой кошмар. Какой кальмар. Ну я пока повешу просто с выключенным микрофоном. О, Никар зашел. Привет, Никар. Привет, Лео Пидор. Почему ты играл на Джанкрате, прям как я играю на Джанкрате? Ну, так получилось. Ты что, научился так быстро? Это же очень сложный персонаж. Не-не-не-не. Тебе показалось. Ну ладно. Показалось, что он научился, понимаешь? Да. Не то, что... Персонаж-то сложный, с этим он согласен. Блин, я не знаю на самом деле, а чё спрашивать у Кням, типа, ой, а что это вы играли такими странными стратегиями, почему вы нападали в 3 ДПС? Они просто забыли, что это, что это не рейтинг, все просто. А, да. В этом все дело. Ну конечно. Конечно. Так, чё, ребят, чё, почувствовали Шамана? Или можно над ним стебаться? Можно над ним стебаться. Отлично. Думаю, на этом интервью с Клямом можно заканчивать, этого достаточно. Да. Да. Нет, сейчас Шаман, я бобру Шаман, ВВС напишу. Но, к сожалению, Шаман... Ну, блин, действительно, Overwatch, может быть, ну, к моему, по крайней мере, и я думаю, многие игроки меня поддержат, к сожалению, не слишком-то скилл-бейст игра. В плане... Ну, она скилл-бейст, я неправильно выразился, что ты почти не можешь закэрить команду в одно лицо.
Да, конечно, ты можешь... Ну, то есть ты можешь, но надо столько условий создать для себя, да столько ладно. Ошибок поймать у противников. Не. Берешь Генди, угу. Достаешь свою сушерезку, говоришь, да. Что моё бамо шиндейру. И нарезаешь и... нарезочку. А ты откуда знаешь? Ты же вроде дивамейнер. Так, блин, я-то дивамейнер, но знаешь, когда-то появляется карта Дорадо, я понимаю, что я ничего не делаю. А на точке остается два наших человека, это Мойра и Генжи. У противника еще шесть, я думаю, ну пора регруппаться, Генжи думает, пора резать. Убивает пятерых, Мойра добирает шестого, и они протаскивают точку, я такой, сука, убила меня в кейре. Это японское слово сейчас было, да? Походу, да. Саке, я же сказал. А, да. Вот. Ну, может быть. Это водка, которую написали? Ну, короче, если бы шаман играл на Бригитте, вдруг он бы, может быть, еще и закарил, потому что у Бригитты, по-моему, очень много возможностей в плане хилить свою команду, убивать все, что видишь, даешь всем щиты, и все счастливы прям вокруг себя. Ну, блин, да, Бригитта была бы хорошим пиком, я уже говорил об этом. Да, но, к сожалению, шаману приходится играть на Рейнхарде. Никард за тебя щиты поднимают. Твои же тиммейты. Это как этот, как голландский штурвал, в принципе, что-то похожее. Голландский штурвал — это хороший способ сплотить команду. Скажи честно, Никард, вы пользуетесь им? Сразу заявляю, что Лео никогда не был в моей команде. Никогда. Бобби, не ври, пожалуйста. Я видел и тебя, и шамана. Какие-то подозрительные наклонности я смотрю. Так, Никар, так вы пользуетесь этой возможностью, чтобы сплотить команду перед ага. игрой или после игры? Ага. Очень интересно. Или во время игры. Или вот все время, то есть на протяжении. От до игры до после игры. Это еще скажи на протяжении всей жизни. Ну, я не знаю, насколько далеко вы знакомы, тонко. Так что. Так что я пока предположу, что вы только во время матча говорите: пора, ребят. Как Power Rangers, типа. Слияние мужское. Вот. Кто-то говорит регрупп, и кто-то второй говорит, ну наконец-то, и просто и начинается экшен. Время сплачивать команду. Так, где шаман? Блин, очевидно. Ну да. Типа, это самый распространенный мем на этом. Ну, ой, да. Реликс написал, что он СВЧ. Нет, Реликс, СВЧ это я и Тим, а ты просто мусор. А, прости, я это не к тебе обращался, я кому-то с таким же ником. Все имена выдуманы и не имеют аналогов реальности. Короче, я скажу Дане, где тебя искать. Он тебя нарежет. Нарежет. Ладно, в общем, я был рад покомментировать буквально минут 10-15 вторую игру, поиграть в первой игре и... Спасибо всем, кто пришел посмотреть на то, что сегодня происходило. Я пошел. Всем пока. Ну давайте, да, я тоже пойду. Еще один счет. Стоп, стоп. Да. А бобра интервьюировать. Ну а он что, он не хочет переходить, не видишь? Сейчас, погоди. Пс, бобер, пошли на интервью. Да. Ну пошли. Ну, все, интервью пришло. Че, давай, рассказывай, почему было так сложно? Было сложно играть шестерым саппортом против ТК команды. А у вас шесть саппортов? Даже шаман? Ну ладно, шаман рандом парень. То есть ваша главная была проблема в том, что вы брали квадротанк, хотя вы квадросаппорты? Нет, у нас слишком мало скилла против команды ДГшников. На уровне Генги 100 часов подобного. Вот кого бы ты отметил как особо сильного у них? Ну, почеше ЧСВ все-таки. Даже не знаю. Меня подбешивал Думфис, но... Такой себе, просто делал свою работу, убивал ДДшника главного. То есть Джанкраса. Не знаю. Значит, ты вот отметишь все-таки Реликса как главную вашу проблему. Или все-таки вот просто рейтинг и все. Просто циферки. Скорее всего, просто скилл вражеской команды, потому что они играли слишком сложно, слишком быстро и неудобно для нас. Отдельно кого-то выделить я не могу.
Тогда я сожалею, что вам попались эти ребята. Думаю, что вы еще можете, конечно, попытаться что-то сделать, но... Ну, мы попытаемся. Давайте, я за вас буду держать кулачки. Давайте, до новых встреч, давайте, чтобы под следующем катке вам повезло. Ну, а я откланяюсь, останется здесь только Холус Лупелькаль. Давайте, всем пока. Пока.